Рекомендуем канал Андрея Кобелева. Мы уже писали о его трансформации на сайте, и в своих видео он делится опытом и знаниями с подписчиками. Так что подписывайтесь. Да, наверное. Да, да. Нет. Нет. А сейчас вот она мигает. А тут тоже мигает. Вот, ну, нет, вот она как раз. Это вот является это... возможностью. Вот сейчас она снимает. А. Ты, блин, как ты это понимаешь? Вот потому что она сейчас. Не вовремя меня сняли, когда я зеваю. Я пришла первый раз за полтора месяца отрабатывать отпуск. Давай, давай, а я первый раз за 26 лет. Саня, что мы будем сегодня делать? Кей, по кило почти. А люди все. Я хочу тренинг. Нет, на самом деле. Да, это же селфи-палка. Селфи, то есть. Да. Что это? Селфи-палка. Ну, в общем, теперь мы можем круто снимать видосы. На нем все видосы. Разминаешься. Просто... Такую шутку. В общем... Так, у меня после этой трени будет еще одна трени, и на ней я хочу убиться в хламину. А на это я не могу убиться в хламину. Куда ты после этого? К себе на район. С Яриком. Может, не знаю, у меня с именами проблемы. Ну ладно, такой. Ну, в общем, с моего района, чувак. Вот, в общем, я хочу убиться у себя на районе, поэтому здесь я не могу убиваться. Но мы можем потренить какие-то прикольные штуки, где наработает для каких-нибудь элементов или просто закрепить тело. Я предлагаю, короче, отжимашки. Я с отводом корпуса вперед очень медленно. Вот отжимаю с нижним, прям, как одно из упражнений. И причем перед этим еще можно потренить какие-нибудь элементики, то есть пока там разогреваемся, пока свеженькие, кто что хочет там пробует, то там, ну, если есть какие-то вопросы, приходите, задавайте. Кто там хочет тренить передний вис, потрените пока передний вис, там то все где-то через минут 15-20, то есть можно будет нормально с каджимашкой подойти. То есть, ну, как-то так, не знаю. Да, почему вас так много сегодня? А ну все домой пошли, я не могу так дрейфить. Что, можно? Ты пока висите, аж не тяжело. Ха-ха-ха. И вот тоже вот так подойдет. Да, за подход. Медленно, прям вот такой клон, такой опустить. Давай так еще горизонтально. Сделаем 5 подходов. И причем... О, да, да, это вообще будет бум, прям бомба. Короче. 5 подходов, каждый на вылет. Вот. Ты упускаешь самое. Приходы сейчас начинаются. Растим по пятерке. Сейчас мы, короче, сначала. Глюкоза вообще просто в мозг выносит. Энергии много. Так, давай, Сань, соберись. Я хочу пробежаться. Ладно. Смотрите. Сейчас, короче, такие разминаемся, минут 30, там 20. Да, я пока там в стоечке, там пока отжимаюсь, там все дела. То есть, все там... размялись. Ну, я знаю, я-то не размялся, я хочу в стоечке поджиматься, пацаны. В общем, там такие тренинг, то, что вы хотите, пока. А потом такие на отжимания идет как? 5 подходов, короче, на вырост. 10, 2, нет, не 10, 5, 10, 15, 20, 25, 30-ка. От пола или набросил? От пола, и, короче, медленно, вот здесь, короче, такие прям нижненькие. Оп, торопленьким, цель дойти до 30-шки, зайдем до 30-шки. Как много сахара в моих глазах, бля. По-моему, тебя штырит, парень. Его, да, ты только сейчас заметил. Я устроила. Вот. Ты как-то белка отбился. Да, прям вообще, да, я бы так кофе выпил. Ты хочешь ее снять? Все, да, и, в общем, если у нас это получается... У нас фотограф сегодня есть. Почему с таким угрюмым видом? Не, мы просто на твоем фоне. Ну не, на фоне как тебя вштырило просто. Если мы, короче, на этом, на каком нахрен этим. Короче, если мы доходим до 30, мы идем вниз, а если мы пойдем вниз, мы пойдем опять вверх. Короче, так пару часов поехали. Все, вот такой план. Отжимашки, короче, вот такие вот. Нет, сейчас мы страдаем фигней полчасика и потом начинаемся тренироваться. И все вместе одновременно. Ну да. Да, да. Потом еще. Медленно, короче. Вот это хорошо. Прям плечи вообще. Где а Рома, как ее вырубить? Домой, там, бля... Она прям, то есть развернуть ее, да, так? И помимо штыриного Сани, у нас еще есть куча ребят, которые примерно полгода назад ставили перед собой какие-то цели, и давайте мы сегодня узнаем, удалось ли им их достичь.
собственно, со всеми по порядку пообщаемся. Да, она снимает. Найдем Миху. Миха, ты размялся? Да, я размялся. Как твои цели, которые ты ставил полгода назад? У меня план был где-то 10 выходов, и выход медленный. Да. Значит, на сегодняшний момент, вот сейчас на свежую я сделал 7, 8 не вытащил. Поэтому как бы цель еще не до конца достигнута. Может быть, потому что целенаправленно я как бы выход не тренил. Вот. Как только начинал интенсивно тренить, начинали болеть связки, соответственно, прекращал. Поэтому эта цель не достигнута, к сожалению. Но достиг немножко других моментов, поэтому покажем попозже, что мы достигли. Медленный покажешь выход? Медленный тоже не достиг, к сожалению. То есть ты, по-моему, ставил 2 или 3 цели? Две цели. Две цели было, да, и обе в пролете. Обе в пролете именно из-за связок. Привет, Юра. Привет. Как жизнь? Ну, я думаю, и все, да? Привет. 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 Полгода прошло. Незаметно, да, пролетели. Вообще так незаметно. Незаметно. Татушка зато появилась. Да. Не было татушки. Как-то не было. Я еще тогда говорила, что я 2 недели не занялась, потому что я тату заживала. Я не могла отжиматься. Да, это было после того, как все началось. Да? Да. Нет, она билась еще Наталья Пашков, мне ее. Да, но это было после того, как началось все полгода назад. Да. У нас все записано на видосах, можешь пересмотреть 4-й сезон начала. Какие цели ты ставила, ты помнишь? Я помню 10 подтягиваний. И ты, по-моему, подтянулась? 9. Сейчас я вот подтягивалась, у меня упали 8. Ой-ой-ой. Вот, потому что я все лето занималась. Ну, я поддерживала себя в тонусе, но я больше отдавала плаванию себе. Вот, и тасканием ведер в деревне. Нормально. Да. Ну вот, да, поэтому я как бы, у меня ничего не упало. Здесь я сейчас сделала в брусья тоже 8, но я могу... Ну, ты делала 10-ку, так что, ну, в принципе, поэтому, достигала. Да. А стоечка на руках? Стоечка, вот сейчас я ее делал, я простояла 3 секунды. Без опоры? Да. Кто еще у нас был? Кто у нас был? Витя у нас был. Надо найти Витю. Давайте найдем Витю. Давайте Витю найдем. Витя, приседай. Здравствуйте, Виктор. Вы помните, полгода назад вы ставили перед собой цели, которых хотели достичь? Помню, сразу скажу, я их не достиг, потому что 2 месяца не тренил. Почему? Конец истории. Ну, ты так, с таким довольным лицом говоришь это. Видимо, очень хорошо провел эти 2 месяца. Ну, по-разному. Все? Да. Будешь в пятом сезоне, мы тебя увидим? Да, увидите, конечно. Отлично. Это радует, когда людей не смущает холод, дождь, слякоть, мороз, гнев богов, не знаю. Итак, у нас еще один человек, который... Здравствуйте, Сергей. Добрый день. Полгода назад вы ставили перед собой какие-то цели. Да. Как с ними дела обстоят? Мы продолжаем их ставить, потому что я ставил, скажем так, почти на год. Угу. У меня еще 4 месяца. Дела обстоят. Летом тяжело расти было. Количественно это из-за жары, но качественно растем. Растем. Какие сейчас показатели в целевых? 25 подтягиваний. А, целевые? Ну, какие были цели и какие сейчас показатели? Цели подтягивания основное это 50, сейчас 25. Увы, больше пока не растет. Угу. Брусья. Ноги наверх ее. Тоже 50, сейчас 34. Ну, брусья, я думаю, добить, да. Добьем. Я думаю, все-таки подтягивания добьем. Отжимания от пола. Цель была 200. Угу. Она так пока и стоит 60. Ну, это тоже немало. Да. Ну, вот такие дела. Отлично, отлично. Увидим тебя в 5-м сезоне. Обязательно. Отлично. Обязательно. Успехов. И вам. И я почти всех посмотрел. Блин, может быть, кого-то забыл, может быть, не забыл. Надо вспомнить. Что касается меня, то видос по переднему вису вы не увидите. Я его как-то хреново фиксирую. Видос по подтягиванию на одной уже был. Вот где-то здесь он будет. И отжимания в штуке на руках, когда я смонтирую Сочи, я там ночью на парковке 3 раза отжался, это тоже будет. Так что эти 2 упражнения покорились. Передний вис нет, и я не знаю, почему. Господи, что с ним делать? Надо больше тренить. Надо просто больше тренить. Привет, Витя. Привет. Наши подписчики на Ютубе спрашивали, как ты, как твои отжимания? Отжимания уже лучше стали. Покажешь? Да. Погнали. Какой у нас сегодня замечательный выпуск, ребят, помимо того, что мы его снимаем на УЙ, и мы не знаем, что мы снимем. Как-то агрессивно начал так, помедленнее. Поехали, пятерочка! Пятерочка!
А на брусьях как у тебя? Два раза. В таком же режиме будет каждое воскресенье, несмотря на осень, там зиму и так далее? Да, такое. Несмотря... Каждые выходные давай так. А. Либо суббота, либо воскресенье, но да, каждый. Я думаю, надо отойти чуть-чуть. Да, да. Поменяли ногу вправо. Отдыхаем. Давай с нами, чё ты? А еще я опять не услышал. Да давай уже. Все, отдохнули, поехали. Теперь два раза с левой ногой ушли. Два с правой. Отдыхаем. Грудью касаемся рук. Качался всего. Так, теперь по три раза. Левая нога. Правая нога. Если бы не хаотичные съемки, был бы крутой видос в трене. Давайте, ребят, ну что, ну? Отлично. Все сделали? Офигеть, нас очень много. Нас, да. Сегодня как-то... Так, теперь... Как-то нас многовато. Чуть пошире беремся. Пятерочку. Животом касаемся, но пресс напряжен. Нет, помру. Ну, то есть адаптируй под свой уровень, да, не надо так. Это этого штырит сейчас от глюкозы. Дико. Касаетесь нормально еще. Ну он же псих просто. Отлично. Теперь. Так, готовы? Готовы. Ой, сходим в такое положение, когда вам удобно. Поехали. Упор лежа с вводом корпуса вперед. Пресс напрягли все. Стоим. Руки идеально ровно. Поехали. Раз, два, три, четыре. 5. Раз, два, три, четыре, пять. 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 Отдыхаем. Раз, два, три, поехали. Пять обычных. Раз, два, три, четыре, пять. Бочинку ушли, встали. Давайте, стоим, стоим, пока все не перевернутся. Так, возвращаемся в другую бочинку. Пять отжиманий. Раз, два, три, четыре, пять. О, тренируем циркулярный аппарат. Раз. Два. Четыре. Я ноги путаю. Какие ноги? Какие ноги? Восемь. Я ноги путаю. Девять. Десять. Стоим в упоре. У кого путаются ноги, стоим в упоре и пытаемся это сделать. Вода хорошая, конкурс интересный. Да, да, да. Правая рука, левая нога. Левая рука, правая нога. В общем, какие руки, ноги. Да, по очереди. Стоим, отлично. Все, все поняли как. Продолжаем. Если в лодочку тогда берите. Все, пресс напряги, пресс напряги. Никакой лодочки внизу, поняли? Никакой лодочки. Так, локти вниз, вниз, вниз. Еще. Вот, пошел. Вот, так, все нормально. В общем, поняли, да? Так, разбились на парочке. Четыре, четыре. Пока. Нас больше, что ли, стало? Пока. Пока. Так, погодите, нас больше, да? Нас стало больше, нас теперь не 20. Так, нельзя делать. Ну ладно, все поняли, что делать? Французский, понимаешь? Забыл, как называется. Я хочу, чтобы не во время исполнения уже все тупили, а чтобы все поняли, как делать. Локти вниз. Вот, теперь воспоминайте. Пресс напряги. Ноги еще подальше отодвинь. Ноги подальше. Все, мы должны каждого заснять. Да, давно. Второй. Что за ветерок освежает? А другие из другого. Один тут, другой тут. Все видят эти две палки огромные, которые вверх смотрят. Если кому-то не нравится, вот труба, делайте на ней. А другие двое из этой команды отжимаются. Пока делает пятерку. Потом из этих двух команд, кто сделал пять, говорят, все, сделали. Они меняются. И когда вторые из этой команды закончили,
идет другая команда. Что здесь непонятного? Не понимаю. А когда закончится же масло? И все! Что, ты так подруга! Это спарта! Другие команды делают! Саня, эти это команды спарта! Отдыхают! Ты должен снять футболку. Все! Нас четыре команды! Четыре команды! Все понятно. Раз команды долго, то есть две команды долго. Пока две отдыхают, другие две долго. Пока две долго, то все. А сколько там отходов-то, я не понимаю? Пока одна команда не останется. Нет, не пять отжиманий. Отжимаешься, пока твой из команды не сделает пять французских. Если он не умеет французский, это беда тебе. Понимаешь, твоя проблема. Да, поехали. Поехали, другая теперь. Вторая партия, поехали. А потом меняемся. Как вон там еще? Там. Подождите, вы начинаете на счет три. Ну, а двое отжимаются. Вы команда или что, я не понимаю. Собрались, вы большая семья, ребят. Все. На счет три поехали. Раз, два, три, все. Раз. Локти вниз опускай. Опускай локти вниз. Если все, встаешь, отжимаешься. Ладно, поехали, короче. Я вот видел, но... Что согласен, а человек дальше? Вы говно! Чтобы не занимать руки. Точно! А, все, уже начинаем, да? Да, короче, смотрите, можно хвататься так, но лучше так. Нет, короче, хватаемся только лишь вот так. Вот, никаких вот так. То есть на рукоходе, если мы делаем на рукоходе, то делаем за широкую хрень вот эту. Все. А, не, давайте, ладно, так тоже можно. Пофиг, похалтуем сегодня. Можно, короче, если что, держаться вот таким хватом. Кто не на рукоходе, на турнике, хватается вот таким хватом. И в чем наш суд? Берем мы такие, подтягиваемся до самого верха, фиксируем, короче, себя. Оп, так, вот, короче, фиксация, оп, зафиксировал. Допустим, там, секунд 10. Опустил, главное, чтобы темечко было прям вот касалось грифа. Так висим. Секунд 10-15. Опускаемся вниз. Висим внизу секунд 5. Делаем 3 подтягивания. Обычно. В полном амплитуде. Висим 5 секунд. Подтягиваем себя до темечка. Висим секунд 10. Подтягиваем себя до самого верха. Висим секунд 10. Посмотрим, сколько сможем сделать. Занимаем, тогда короче, пока не устанем, да. Не, то есть вот это вот. То есть вот мы вот такой круг делаем. Градация сверху вниз, снизу вверх. То есть с того, что начали, к тому и заканчиваем. Это первый подход. И таких просто с отдыхом будем подходить. Темечком к перегладе. Вот вы упертые, ребята! Вниз! Привоз, Россия! Я понял, как... Три подтягивания! Раз! Два! Три! Фиксация внизу! Висим, висим! Потянулись к темечку! Темечком прям держите! Самый верх! Минус один! Темечко. Вверх. Темечко. Вниз. Пять подтягиваем. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Наверху. Ой, да ладно, не выделывайся, сдох уже.